Вице-министр энергетики Республики Казахстан Булат Акчулаков прибыл с рабочим визитом в Атырау. Согласно распорядку дня, Булат Акчулаков посетил Атыраускую теплоэлектроцентраль. Руководитель учреждения Айвар Рахманов, в свою очередь, ознакомил вице-министра с работой центра и поделился планами на будущее. Рассол среднедистиллярный, положено. У нас вода в Урале, я поэтому... мягко скажем, грязноватая. Согласен. А мы ее используем для охлаждения турбин. Из-за чего вот мы летом, Серик Джамбол совершенно справедливо делал упреки, так сказать, мы летом не могли вычить, потому что она мало того, что была грязновата, она еще нагрелась. 30 градусов в Урале была температура воды. Турбин рассчитан на работу с 20 градусами на входе охлаждающей воды. И вот, значит, у нас забиваются сами конденсаторы. Вот мы сейчас, вот этот 12 турбин у нас отработал без замечаний, все, мы конденсатор скрыли, мы оттуда вытащили.